фратилор. Нет однополым бракам. Православное духовенство в Румынии выступает против внесения изменений в конституцию страны. Священнослужители вышли на улицы с демонстрациями и настаивают, что семья – это союз мужчины и женщины. Референдум о запрете ЛГБТ-браков намечен на предстоящие выходные. Накануне референдума о внесении изменений в Конституцию Румынии, уточняющих понятие брака, прошла акция православных священнослужителей и простых жителей. Участникам предстоящего голосования предложен вопрос, согласны ли они признать брак исключительно союзом мужчины и женщины. Сейчас основной закон содержит нейтральное определение «союз супругов». Священники говорят, что некоторые люди хотят создавать противоестественные с их точки зрения семьи из двух мужчин или женщины с женщиной, а еще брать на воспитание детей, лишая их материнской ласки и отцовской защиты. Это извращение, возникшее в западных странах, следует лечить и регулировать соответствующими законами. Очень важно защищать традиционный образ жизни и не допустить, чтобы противоестественное стало нормой. По-моему, это неправильно, когда мужчина вступает в брак с мужчиной, а женщина с женщиной, да еще и усыновляет детей. Чтобы референдум был признан состоявшимся, на участке для голосования должны прийти 5 миллионов человек или 30% избирателей. Правозащитники и ЛГБТ-активисты призывают людей бойкотировать мероприятие. Они считают это очередной попыткой ущемить права меньшинств. Напомним, в Германии вскоре смогут официально фиксировать третий пол в свидетельствах о рождении. Так, в августе правительство ФРГ одобрило соответствующий проект закона. Главным нововведением станет появление графы «другое» относительно пола, которую смогут выбрать себе интерсексуалы. Это люди, которые не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам.